Вот подготовленный топаз без крышки. Протерты все грани. Вот ремкомплект по доращиванию от Астры. И вот пруты. И вот набор для доращивания компрессорного отсека. Сейчас будем растить. Ну вот как-то так. Сейчас помещу назад электрику, подсоединю сигнализацию, прорежу дырки крышек, ну и как бы и назад компрессора. Все готово. Запаял дырку из-под. В ту скважину только вода заливает в основном. Ну и бонусом переборка блочка подключения. Все хорошо.